не совсем не знаком, и далек отсюда мой дом. Я как будто бы снова возле дома родного. В этом зале пустом мы танцуем вдвоем, так скажите хоть слово. Сам не знаю, о чем будем дружить, петь и кружить. Я совсем танцевать разучился, и прошу вас меня извинить. Утро зовет, снова в поход, покидая ваш маленький город, суем вдвоем, так скажите хоть слово. Сам не знаю, о чем. Хоть я с вами совсем не знаком и далек от... Дети войны смотрят в небо глаза воспаленные. Дети войны в сердце маленьком горе бездонное. В сердце словно отчаянный дом ленинградский гремит метроном неумолчный гремит метроном. Дети войны набивались в теплушки открытые. Дети войны хоронили игрушки убитые. Никогда я забыть не смогу крошки хлеба на белом снегу, крошки хлеба на белом снегу. Вихрем огненным черным бором налетела нежданна беда, разбросала нас во все стороны, с детством нас разлучив навсегда. Сегодня уезжаем на войну. Ну что ж, прощайте, пора прощаться. Состав разрежет черной лентой целину. Не будет завтра лишь 18, а я сегодня уезжаю на войну. Не будет завтра лишь 18, а я сегодня уезжаю на войну. Учитесь в школе со всем историей, целует дочку и молчит, обняв жену. Ему в июле всего лишь 40, а он сегодня уезжает на войну. Ему в июле всего лишь 40, слова. Знай, я вернусь, победа будет, только жди и верь мне только. Я уезжаю воевать за всю отчизну и за Русь. Но я вернусь, жди меня, мама, сын. И небо на крепости Бреста, в тесной квартире счастливые лица. Вальс политрук приглашает невесту, новенький кубик блестит.
на петлице. А за окном красота новолуния, шепчутся с Богом плакучие ивы. Год 41-й, начало июня, все еще живы, все еще живы, все еще живы, все, все, все. Смотрит на Невском Софийшу взорца, и на театрах идет полководка. Снова Кронштадт провожает матросов, будет учебный поход и недолго. А за кормой белой ночи раздумье, кружатся чайки над Финским заливом. Год 41-й, начало июня, все еще живы, все еще живы, все еще живы, все, все, все. Мимо фасада Большого театра мчатся на отдых и звонят трамваи. Набираюсь энергии от вас. Очень много сегодня прозвучало мелодий и стихотворений, которые запоминаются надолго, почти на всю жизнь. Но я хочу рассказать немножко о себе. Я не знаю, знаете ли вы или нет, но я отработала здесь 30 лет. Я знаю. И была председателем студенческого правкома. Александр Борисович был председателем педагогического правкома. И мы с ним работали. Но я хочу рассказать о своей немножко семье. Из Невского района есть кто-нибудь? Значит, вы знаете. В Невском районе есть Тиналеевское кладбище. Там есть братская могила. А рядом с братской могилой небольшая братская могила. Там похоронены девушки, целый батальон. Во время войны, в 42-м году, мама моя работала на меловом заводе. Сейчас он камнеобрабатывающий. Есть такой завод там, на берегу, между церковью и домами. 4 дома стоят монашеские. В одном из них мы жили. Мы остались после войны, во время войны, потому что Володарский районный совет военный приехал на машине и сказали маме: двоих забираем, постарше, сестру и меня, а младший, который 39-го и 41-го года в декабре родился, брат, мы оставляем, и маму оставляем в Ленинграде. Мама сказала: или все, или никто. Умрем, значит, все здесь. И мы все остались на правом берегу. В 42-м году, в начале, папа пошел защищать Ленинград. Да, горе ты ли это? Да, а с войны-то сказано, что еще тоже вариант. Через пару дней идет на встречу Героя Советского Союза, мы с папанькой идем, папа, неужели это, вдруг это бежит к моему отцу? Борька, да ты что, ты же умер, ты ж погиб на Курской. А у моего отца на спине рана вот такая ладонь и маленький вот такой вот еще шрам с ладонью. Когда на пляже раздевался, так ходили, смотрели, что это такое. Ну, последствия войны. После Курской он уже не воевал, а был в обслуживающих войсках. Закончил войну капитаном, а
пошел рядовым на фронт, комендантом и комендантом района Берлина. И, в общем-то, там я и родился, у меня в паспорте рожденный в Берлине. Так что такая, значит, дитя войны. Мама, кстати, медсестра. Вот они как раз и познакомились в госпитале. Пап красивый меня, это я такой не очень, а он красавец. Вот. Что вы? И вот там влюбились, конечно, не вот женились. 25 апреля 45 года у них день свадьбы. Это у нас такое маленькое домашнее торжество. Ну, а я родился 19 февраля 46 года в документах Берлин. И был забавный эпизод. Когда я учился в 11 классе, приписывали в армию. Ну, была такая анкета, ну, еще война недалеко, кто был за границей. Ну, я родился в Берлине, а из Германии мы вернулись в 1949 году. Ну, честно признаюсь, я был. И вот построили те, кто был за границей, потеха не могу. Был такой полковник Новоселов, как сейчас помню, такой дядька, ну, пень такой, в общем, глазами. Ну, ты где, когда был? Да ну, в Германии, когда были? Ну, с 46 по 49. А ты ж был маленький, так точно. Кругом драк.